На основании указа главы Луганской Народной Республики 13.03.2020 года по ГУП ЛНР «Луганск-Вода» вышел приказ номер 149 по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на предприятии по всем департаментам и участкам. Согласно этого приказа приняты все меры по обеспечению нормальной работы служащих, рабочих нашего предприятия, а также абонентов. Ситуация меняется, поэтому руководство ГУП ЛНР «Луганск-Воды» отслеживает все протокольные заседания по чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссии при правительстве Луганской Народной Республики и совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства производит корректировку работы предприятия в целом и отдельно каждых департаментов и участков. Также корректируется работа по населению предприятия Красноводского департамента ГУП ЛНР «Луганск-Воды» по обеспечению услуг подачи воды и водоотведения выполняет в полном объеме. Единственное, ведутся корректировки, это работа с абонентами. Минимизирован полностью контакт с населением, минимизирован контакт по предприятию в целом. В основном, это отменены приемы граждан, это отменены монтаж и демонтаж приборов учета, и также прием показаний в телефонном режиме. Сейчас больше внимания уделяется обзвонам, организовывается, увеличивается для облегчения приема показаний в телефонном режиме. Сроки поверки приборов учета переносятся на более дальнее время и будут согласованы дополнительно. Работники обонотдела, контролеры, не производят обход населения по снятию на местах показаний прибора учета. Не исключены случаи посещение населения неизвестными лицами. Все работники обонотделов, а также все работники водоканала, аварийные бригады, начальники подразделений имеют при себе удостоверение. Убедительно просим, вступая в общение, не общайтесь с людьми, которые не представляются, не представляют хотя бы документы, удостоверяющие личность и принадлежность работников к нашему предприятию. Ни показания, ни денежные сборы на местах руководством и работниками Краснодарского департамента не ведутся.